Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info. Перед нами Galaxy S22 Ultra. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве подключиться к какому-либо Bluetooth девайсу. Для этого заходим в настройки и выбираем пункт подключения. Выбираем Bluetooth и здесь включаем Bluetooth, после чего наш телефон начинает сканировать и проверять, есть ли какие-либо Bluetooth-устройства вокруг нашего телефона. Смотрите, если ваш Bluetooth-девайс здесь не появляется, скорее всего, вам нужно решить проблему именно с вашим Bluetooth-устройством. Зажать или нажать на нем на кнопку питания, поискать, нету ли, к примеру, на вашей колонке кнопки Bluetooth, или просмотреть более подробную инструкцию про то, как подключить именно ваш Bluetooth-девайс к какому-либо телефону. Также, если у вас уже написано, что устройство не найдено, сканирование заканчивается, поэтому выключаем Bluetooth и включаем еще раз, чтобы наш телефон опять начал сканировать все доступные Bluetooth девайсы в округе. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!